Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой канал. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Значит, какой у нас сегодня план? Сейчас мы с вами сходим в какой-нибудь автосалон, узнаем, какие условия для того, чтобы взять в кредит, или вообще сколько стоит машина, может быть, и не надо будет кредит, может быть, такие приятные цены. И потом прогуляемся по городу. Каждое утро, ну, помимо завтрака, мой день начинается с того, что я обязательно звоню сначала маме, потом я звоню дочке. Поговорившись с дочкой, я читаю сказки своему внуку, вот так по видеосвязи. Ему уже больше 4 лет, и, во-первых, я разгружаю немножко свою дочь, потому что у нее есть второй маленький ребенок. И в это время, даже если он спит, вы знаете, как без помощи бабушек, дедушек, всегда очень сложно молодым родителям. И вот когда мы читаем с ним сказки, моя дочка может успеть что-то сделать. И, во-первых, он получает со мной общение. И, конечно же, я общаюсь с ним, он, слава богу, не забывает, как выглядит его бабушка. Придумывайте что-то, и вы всегда будете со своими родными и близкими на связи. Да, забыла вас предупредить. Сейчас мы с вами заедем на автомойку. Ну, знаете, есть такие самообслуживания. У нас машина внутри, салон чистый. Ну, надо сполоснуть ее немножко от пыли, грязи, тем более, что были дожди. И расскажу, как действует эта система. Мы пользуемся всегда двумя клавишами. Это теплая вода с пеной и затем просто чистая вода, чтобы смыть эту пену. Цена вопроса 2 лева. Если вы приезжаете на мойку и у вас нет мелких денег, то можно разменять в автомате. Вставляете бумажную купюру и вам разменяют по 1 лева. Пять минут, и ваша машина сияет как новая. Как и обещала, отправляемся с вами в салон. Перед этим посмотрим цены на машины, как в России называется это trade-in, то есть бывшие в употреблении. Стоят они рядом с салоном. Ага, и это хорошая цена, оно через 60 лет даже 70. Это... А я только не поняла, это что значит вот эта цена? Это... То на базовую комплектацию. Это полная? Это на тази комплектация. Ага. Это скидка 9000 лева, ага. Сейчас будет вот 69. Ага. 69 сейчас будет. А это если платишь по кредиту, да? Или что? Вноска на месяц положите 15000 лева. 15000 лева первоначально, это вноска. А, окей. 20% со 15000 лева. А, 20%. Угу. Красивый цвет очень. Это максимальная комплектация, естественно, кожа, автомат 4x4. Ну да. Это новый Nissan Qashqai. Хорошая цена. Да, я посмотрела. Это полностью комплектация Nissan Qashqai. Согласитесь, машинки очень симпатичные. Такую машинку, значит, можно приобрести либо в лизинг, если у вас есть фирма, либо вы можете получить рассрочку платежа. Я попросила, чтобы мне рассчитали на 2 года и на 5 лет. Значит, при цене автомобиля 43 890 и рассрочке платежа 2 года. Получается, что надо будет заплатить за таксу одобрения, застраховать КАСКО, за регистрацию автомобиля
И еще нужно будет заплатить 200 лев за гражданский договор оформления. И рассрочка платежа будет в месяц 660 лев. То есть доплатить надо будет 22 494. При цене автомобиля точно такой же, 43 890 и рассрочки платежа на 5 лет. Вы точно так же внесете все эти суммы, то есть 50% предоплата. Вы заплатите таксу одобрения, застрахуете автомобиль, зарегистрируете, плюс за договор будет, значит, оплата в месяц 311 лев на 5 лет. То есть вы заплатите здесь 23 208. Чуть подороже, но в принципе не критично. Но если вы обладаете еще какой-то информацией, как купить машину, я жду от вас в комментариях. Как вы считаете, стоит ли покупать старую машину или все-таки вы хотите, чтобы эта машина вот из салона вышла, она вот так пахнет новым? У вас какое мнение? Многие из вас привыкли видеть Бургас только летом. А сейчас давайте посмотрим, какой он бывает. Очень хотелось показать вам дождливую погоду, но самому оператору не очень комфортно, поэтому просто покажу вам, как выглядит Бургас, когда нет солнышка. Thank you.
Если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк. И до скорой встречи. Пока-пока.